Всех приветствую, друзья. Сегодня у меня кодовое название телефона MEG-7. Это у нас Redmi 5 Plus. Принесли мне с сервиса с диагнозом не ловит сеть. Звоним. Сделаем экстренный вызов. Телефон открывали, я уже вижу. Здесь немного вылез пластик. Скотч, точнее. Пытаемся сделать звонок. Звонок пока не проходит. И не пройдет, судя по всему, раз принесли из другого сервиса. Вставляем сим-карту. Антенны нет, сим-карта не определяется. Давайте посмотрим, что там внутри и что с ним делали. Жестко держится на клипсах. Сняли крышку. Всматриваем системку. Походу попадала вода. Вижу красную. Красный датчик. Давайте отключим батарею. Разъем целый. Пока воды не вижу. Кабель на месте. Вот теперь вижу. Как раз в антенной части вода попала. Здесь вот пару конденсаторов, резистор вижу мокрый. Здесь вот тоже кондер подмоченный, плюс диод. Здесь пару диодов стоит, тоже вижу следы окислов. Так, ну давайте посмотрим поближе.
смотрим на нижний модуль. Так, ну системку по-любому надо будет снимать, УЗВ. Телефон рабочий, нету только антенны. Так, ну вот нижний модуль как раз вижу скрученные винты. Ребята разбирали. Наверное, проверяли антенну. Да, здесь тоже, как видите, красная байда. Нижний модуль тоже подмыкал, значит. Разъем целый. Здесь тоже воды не вижу. Не исключаю, что чистили. Мне кажется, проблема в верхней части. Верхнюю часть не трогали. Ола! 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 Кеттегрита с нее. ¿Qué has traído algo? No tengo, pues eso que es un problema, yo no sé. Vale. Con... Vale. ¿Cuándo me voy a buscar arreglar? Sabe. Porque está desagradable. No marca. No creo que esté. No. Porque está marca de. No, te puedo conseguir, pero va a tardar más o menos. ¿Y cuánto puede costar? Más o menos para el 30-40. Vale. Bueno, ahora digo si eso es mi vengo. Gracias, ¿eh? Venga, todo. Итак, смотрим дальше. Давайте аккуратно снимем отпечаток. Принесли мне два телефона на ремонт, планшет один китайский. Будем разбираться. Итак, ну тут все винты одинаковые, можно не заморачиваться пока. Ну, за исключением вот этого, который под пломбой. Стегиваем камеру. Redmi 5 Plus. Очень распространенный в Европе телефон. Ну, в Испании точно. Вообще Redmi сейчас расхватывают жестко. Низкая цена. Характеристики, как у последних айфонов. Правда, я в это не верю. Но так пишут. Итак, вся проблема, я думаю, в системной плате. Так, защитный экран. Процессор, флешка. Здесь вода сюда не попадала, я думаю. Вообще самый вероятный способ определить, была ли вода здесь или нет, это посмотреть на защитный экран с другой стороны. То есть если вода попадала, посмотрите на защитный экран. Если он чистый, значит воды не было. Если какая-то капля есть на защитном экране, значит вода была. Тут все чисто, это меня радует. Главная часть не тронута. Вот. Здесь тоже следов не вижу.
пока. Так, а вот и следы. То есть совсем немного воды затекло. Снимаем переднюю камеру. Так, вот, вижу. Вот, вижу следы воды. Сейчас мы снимем этот защитный кран. Он у нас напаянный. Посмотрим, что там. И вот еще. Вот. Под этой маленькой микросхемкой тоже он, вижу, окислы. Вот он. Так. Это с этой стороны. И с этой стороны у нас вот как раз где разъем антенного коаксиального кабеля. Вот эта вот микросхемка, которая по-любому относится к антенне, вот она тоже вижу следы окислов. Мокрый кондер, мокрый резистор. Видите, да? И вот здесь то же самое, вот то, что я говорил, два диода. И резюк вот здесь тоже зацепило чуть-чуть. Короче, друзья, опускаем ВЗВ. Хотя, ну, я думаю, 1-2 цикла можно его поварить. Вот. Хотя следы воды незначительные, попадание на системную плату совсем незначительное. Можно и зубной щеткой, и изопропилом почистить. Но я думаю, 1 цикл, 2 цикла не помешает, хуже не будет. Снимем резинку датчика. И помещаем. Давайте снимем тоже защитный экран. Процессорной части. Что тут еще у нас снимается? Больше ничего. Больше ничего. Вот. Так, ну здесь. Я не знаю, давайте, наверное, сразу снимем защитный экран, вот этот мелкий, даже не знаю, что это такое здесь у нас. Так, только предположение, на Redmi у нас нету ни схем, ничего. Хотя, там на донгле что-то было, можно и поискать. Что у нас там с той стороны? Ва, тут жопа. Серьезное окисление. Что-то затрудняюсь сказать, что это за модуль вообще.
Давайте снимем это тоже. Возможно, сюда тоже что-то затекло. Да, сюда тоже немного попало. Можете заценить масштабы бедствия. То есть правая часть, вода попала у нас со стороны сим-карты, походу. Да, со стороны сим-карты залетела вода. Итак, ставлю на паузу, погружаю УЗВ на пару циклов и дальше продолжим. Процесс идет очистки системной платы УЗВ. Так, и здесь у нас были косяки. Так, ну тут я вижу все в порядке, все пятаки на месте. Сейчас еще посмотрю под микроскопом. Я думаю, что проблемы под тем защитным экраном, который мы сняли. Да, сюда есть небольшие окисления. Вот то, что я говорил на диодах в верхней части возле разъема наушников. И вот эта маленькая микросхема X78G. Вижу, все пятаки просматриваются под микроскопом. Вот это вот
тоже думаю, что все в порядке. Что касается вот этой части, тут можно даже не смотреть под микроскопом, видно, что она пострадала. Короче, сейчас я погуглю. Не знаю, что это за микросхема. Вообще, что это за модуль. Первое, что мне пришло в голову, что это подсветка. Уж очень похоже. Вот. И... Хотя она здесь находиться не должна. Она должна быть возле контроллера питания. Нет, я полагаю, вот здесь. Так, оставайтесь на связи, я переключаюсь под микроскоп. Итак, погуглил, поискал, оказалось, как я и сказал, да, это у нас то, что у нас окислилось под защитным экраном, это у нас часть подсветки дисплейного модуля, это у нас микросхемка 070A, она у нас идет на некоторые модели Samsung, вот, и на Redmi, так что... Вполне возможно, что после включения установки системной платы у нас слетит подсветка. Вполне возможно, не уверен, но, конечно, этого бы не хотелось бы. Кто знал, кто знал. Итак, принял решение снять вот этот защитный экран. Все концы от коаксиального кабеля идут под него. Давайте посмотрим. Если там все чисто, то не знаю, будем поднимать эту микросхему, смотреть. Да, это антенный модуль. Защитный экран чист. На модуле тоже ничего не вижу. Сейчас глянем под микроскопом. Части РФ, да, здесь все чисто, вообще ни капли не вижу. Остается у нас одна микросхемка, только надо закрыть разъем наушников.
даю 300 градусов. Тут все чисто. Такие целые. Ставим обратно. Si no pienso el lunes vengo por la mañana. Y para hacer esto, para coger la llamada, algún truco. No hay truco, sí. Esto sí, aquí. Vale. Dale, piénsalo. Gracias. Прошу прощения. Как раз системка остыла, пока я общался с клиентом очередным. Так, ну что я думаю? Я думаю собрать телефон сейчас, поставить, установить, подключить коаксиальный кабель и проверить. Если появилась антенна, это, конечно, счастье, если она появилась. Вот, этот ремонт будет считаться халявным, потому что я практически ничего не сделал. Но тем не менее, давайте попробуем. Если не заработает, тогда уже будем думать, куда рулить дальше. Потому что проблема, чувствую, наверху. Вот.
Возможно, узлы что-то очистилось, возможно. Возможно, та микросхема. Короче, надо проверить. Включаем коаксиальный кабель. Внизу. Как-то слабовато он подключается. Так, этот кабель, не нравится мне нижняя часть этого кабеля, средняя часть, не масса, которая, а средняя, вот эта вот основная, она у нас ушатанная. Сейчас мы ее подправим иголкой, если удастся. Естественно, под микроскопом. Застегиваешь коаксиальный кабель, должен чувствоваться клик, то что он застегнулся. Блять. Здесь он не чувствуется. Достаточно хорошая сборка у Redmi. Так, ну не знаю. Вот этот у нас пристегнут. Все потому, что ребята, которые разбирали телефон, очень неаккуратно отстегнули его, потом пристегнули. Так работать нельзя. Ставим антенну. Разъемы. Разъемы чистые вроде. Не окисленные. Закрутим пару винтов. Так, давайте поставим верхний модуль антенны. Тут у нас Bluetooth, Wi-Fi, ну и какая-то часть цепляет GSM антенну.
Застегиваем батарею. Так, включаем телефон. Подсветку мы не свернули каким-то чудом. Хотя первоначальное состояние вы ее видели, когда я снял защитный экран. Так, ждем загрузки. Загрузился телефон, давайте вставим сим-карту. Пока никакой реакции я не вижу. Появилась антенна. Слабоватый сигнал, но тем не менее появился. Вот он у нас наверху. Да, вот уже две полосочки у нас тут. Название компании или бара. Европейская сеть. То есть, в общем-то, антенна появилась. Почти все полоски без одной вот появились. Давайте сделаем экстренный вызов. Он должен пройти. Да, антенна есть. Телефон заработал, точнее антенна. Я этому рад. Получился у нас, как я и говорил, такой халявный ремонт, так скажем. Потому что сами видели, что я сделал. Промыл ВЗВ, подкорректировал коаксиальный кабель. Вот. В антенном модуле мы практически ничего не трогали. Его можно было и не снимать, тут даже не было следов воды. Вот эта вот микросхемка, не знаю, возможно, хотя тоже не было окислов на самих пятаках. Так, в принципе, все. То есть, что именно явилось проблемой конкретно, я, честно говоря, не понял. Понятно, что из-за воды вышла из строя антенна, но что именно, возможно, в совокупности все вместе, и коаксиальный кабель, и микросхема. Вот, возможно, коротили диоды здесь, потому что были окислы, возможно, здесь на микросхеме что-то у нас замыкало, потому что тоже были окислы. Скорее всего, это и явилось проблемой. Да, вот сигнал очень хороший. У меня 4 полоски из 5. Компания. Звонок проходит. Без торможения, как видите, сразу. То есть считаю, что проблема решена. Вот такие дела, друзья. Это был Redmi. У нас он называется Xiaomi. В России, я знаю, говорят Xiaomi. Короче, кому как удобнее. Всем спасибо за внимание. А я собираю системную плату, ставлю все защитные экраны на место, собираю телефон за эту работу. Ну, телефон этот стоит у нас около 150 евро.
Я думаю, за эту работу можно взять евриков 30-40. Это в таком щадящем режиме. А то и побольше. Оставайтесь на связи. Я Дов. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы. Всем удачи в ремонте. До новых встреч.